вопрос решать все равно придется. Не сносить же дом вместе с ней. Я там спичку в дверь засунул. Ну, это самое, чтобы посмотреть, выходит она из дома или нет. Так вот, спичка 2 дня как на месте. О. Я разберем. Придется вскрывать. Ну чё, померла бабка? Да, готова. Что теперь? Ну что, оперов надо вызывать. Просыпаемся, коллеги. Здравия желаю, товарищ полковник. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вам наша пятница, Анна Михайловна? Бойко начинает, да? Поначалу все бойки, товарищ полковник. Ну не вредничай, Михайловна. Девочка хорошая. У меня глаз наметан. Вот швец другое дело. Всегда уступит дорогу молодым. Да, Максим? Да я вообще и сам ничего. Или у меня пора утиль? Утиль? Не, погодим еще. Тут как раз для вас дело есть. Старушка померла, и как-то там все неясно. Сама не сама. Надо проверить. Действуйте. Думаю, быстро разрулить. Кстати, швец, ты мне отчет по прошлому делу не сдал. Сегодня сдам, товарищ полковник. Вот сегодня сдай. Чё стоим? Иван, забирай практикантку и вперед. Ну и, короче, там что-то типа ранчо, там лошадки, все дела. Ну, место вообще отпад. Ты на лошади каталась когда-нибудь? Нет, в детстве на пони. Ну, это нищетово. Там у них стоящие скакуны. В общем, оказалось, что девушка моя ни разу вблизи лошадь не видела. Нам выдали лошадь и сказали, знаете, самое спокойное. Самое спокойное. А ее как понесет. Я вскочил, говорю, ну... Что там? Да вот. Порошок какой-то? Не похоже. Таблетку раздавили. Приветствую, коллеги. Привет. Ты один, что ли? А где швец? Ну уж с таким-то заданием я как-нибудь и сам могу справиться. У нас тут Давыдова Илона Геннадьевна. 70 лет. Смерть давно наступила. Не менее 2 суток. Думаю, суицид. Уверен? Записка на столе лежала. Думаю, закинула горсть таблеток, может быть, и алкоголем потом отполировала. В результате остановка сердца. Простите, а тут синяки, это... А, это возрастное. У стариков это часто. То есть версию насильственной смерти вы не рассматриваете? Какие нынче практикантки умные пошли. Скажем так, я ее не отрицаю, но и явных признаков не вижу. Вскрытие все уточнит. Коньячок, ты дорогой, пенсионерка перед смертью бахнула. На все сбережения, что ли? А закуску даже не разобрала. А это? А, по запаху чай. Ну, слабенький. Странная картина получается. На заварку не хватало, а на дорогой коньяк закуска денег хватило.
Ну, может, угостил кто. Пировала она явно не одна. На бутылке полно отпечатков, но тут не угадаешь. Или продавцы, или кассиры. А вот на банке отпечатки двух человек. Предположительно, Давыдовой и чьи-то еще. Она одна жила? Одна. Ни с кем почти не общалась. А родственники? Сын и дочь у ней, но я никогда их не видел. Простите, а вот это что? А, это я случайно таблетку раздавил, не доглядел. Угу. Скажите, а вы брали отпечатки пальцев с блистеров от таблеток? Ну, не все сразу, коллега. Вы там, главное, не подеритесь в проходе. Или это у вас брачные игры такие? Так для них не сезон. Но это уже глупости какие-то. Короче, по Давыдовой. Смерть наступила в результате передозировки лекарствами. Какими именно? Сердечные гликозиды. Тебе это о чем-то говорит? Полный пенсионный набор. То есть все-таки самоубийство? Я этого не сказала. Синяки на запястьях видел? Так это ломки сосуда, все такое, плюс записка предсмертная. Сосуды у нее так себе, конечно, не девочка уже. Но гематомы сильно смахивают на захват. Боюсь, что бабуле помогли. Ну и на блистере от таблеток тоже были обнаружены чьи-то отпечатки. Идентифицировали? Таких в базе нет. Пальчики были еще на чеке из магазина, но не четкие. Все продукты были куплены в день предположительной смерти Давыдовой. В общем, ясно, что к старушке в этот день кто-то приходил. Ну кто? Нужно искать свидетелей, соседей. Там нет никого, всех выселили. А таблетки, которые были раздавлены в коридоре, их проверили? Да, дались тебе эти таблетки. Проверили, это фолиевая кислота. Это же для беременных. Пятница, похвальные познания. Только, к сожалению, очень однобокие. Фолиевую кислоту могут прописать кому угодно. При анемии, туберкулезе кишечника. Только что нам это дает? Вань, а помнишь, у Давыдовой была медкарта? Там рецепты, анализы, она где? Здесь. Дай, пожалуйста. Спасибо. Анна Михайловна, тут целый ворох диагнозов, но ни анемии, ни туберкулеза кишечника нет. Беременности в этом ворохе нет? Я к тому, что эти таблетки могли принадлежать тому, кто приходил к Давыдовой в день ее смерти. Пятница, в нашем городе живет 12 миллионов человек. Каждый десятый может принимать фолиевую кислоту. Как нам понять, кто именно рассыпал таблетки в квартире Давыдовой? Еще соображения есть? Банка. Там на столе стояла банка какая-то странная. Что внутри? Слабый чайный раствор, ну, как и предполагалось. Не могла же бабушка пить чай из банки. Пятница, что нам это дает? Бабушка могла цветы поливать слабым чайным раствором. Ваши доводы снова неубедительны. Ну, в общем, ясно одно. Суицид. Давыдовой под большим вопросом. С чеками, с продуктами, с таблетками, с коньяком, с синяками на запястье и записками. С этим нужно разбираться. Кстати, насчет записки. Нужно вызвать графолога. А что с родственниками Давыдовой? Дочь работает в банке, сын аниматор. Это все, что пока мы знаем. Надо с ним пообщаться. Понял. Мила Львовна, займитесь банкой. Вдруг это ключ к разгадке. Мила Львовна, что сидим? Банк подождет. Пойдем с родственниками знакомиться. Thank you.
Мне жаль, что вашу маму... А вот это не надо. Горем не убит, рыдать не буду. У вас был конфликт с мамой? Конфликт? Она 35 лет. Меня шантажировала, использовала, манипулировала. Держала при себе, пока я не сбежала от этой твари. А напоследок еще прокляла меня. Говорит, ты вон как отец, такая же сволочь. Так что слез лить не буду. Скажите, а когда вы последний раз видели Илону Геннадьевну? Да я не помню. А нафига мне это? Это вон Ирка, сестра моя. К ней стала захаживать. Вначале не ездила, потом стала ездить к матери. Она недавно позвонила мне и говорит, приезжай, мол, поговорим по-родственному. Не приехали? Я вкалывал до ночи. До ночи, простите, а вы еще чем-то занимаетесь, кроме... Да, да, пьяных идиотов на корпоративе развлекаю. Да, это моя работа, и я горжусь ей. Нет, я согласен, не место красить человека. Скажите, а почему ваша сестра стала чаще ездить к маме, не знаете? А я не знаю. Квартиру, наверное, прикарманить матерью хочет. А мне-то он по боку. Сама-то он в трешке живет, да? Ну, наверное, на четырешку. Хочет поменять. Все никак. Никак не нажрется. По карте покупателя проверить не получится. За продукты платили наличными. Ну, камера-то есть? Может, по ним посмотреть этот день? Мы так долго записи не храним. Памяти не хватает. И что, никак нельзя это выяснить? О, можно Оксану спросить. Ее смена была вроде. Оксан! Да? Подойди на минутку. Сейчас. Девочки! Замени меня на кассе, пожалуйста. Ну, следователь, вопросы есть. Оксан, в общем, на вас вся надежда. Может, вы знаете, кто покупал эти продукты? Очень надо. А, ну, у нас... Не часто так отовариваются. Здесь один коньяк, как вся моя зарплата. Поэтому я запомнила. Это была женщина. Ну, описать сможете? Ну, обычная такая, средних лет. Хотя, нет. С претензией. Модная. Я помню ее машину. Джип ярко-красный. Она что, на машине прямо к кассе подъехала? Нет, просто она припарковалась прямо возле витрины. Спасибо, Оксана. Уже? Ну и какие у вас вопросы? Когда вы в последний раз видели свою мать? Неделю назад. Скорую ей вызывала, у нее был нервный срыв. Только от этих врачей никакого толку. Хотели в психушку ее забрать, но я отказалась. Ваш брат сказал, что вы в последнее время стали чаще навещать Илону Геннадьевну. Вообще-то она моя мать. Пожилой человек. У меня совесть есть, в отличие от Сашки. А правду говорят, что вы хотели квартиру поменять? Вот вы о чем. То есть вы считаете, что я могла бы поспособствовать своей матери уйти на тот свет? Или мой братик так думает? Лучше бы рассказал о своих долгах, о том, как он недавно приходил к матери. Требовал у нее денег. Видите ли, ему на свадьбу не хватает. Недавно? Вы уверены? Ну, она так сказала. Требовал, угрожал. Друзья у вашей матери были? Кто-нибудь навещал ее? С ее характером. А фолиевую кислоту ваша мама принимала? Это разве не для беременных? У самого супермаркета камеры не работали? Ну, это как всегда. Зато есть записи камер рядом. Они выходят на парковку за магазином. Тут никакой машины Ирины не видно. Может, это Оксана что-то напутала? В
Включи запись еще раз. А если совсем сначала? Прям с утра. Зачем? Не знаю. Вот. Никакой Ирины в тот день в магазине не было. Оксана нам просто наврала. Ну, она конкретно, в принципе, ничего не сказала. Только намекнула на машину. И про Ирину сказала только в общих чертах. Под такое описание может любая женщина подойти. Ну, имела ты в виду, она именно Ирину. Как у вас все сложно у женщин. В общем, я понимаю так. Еще раз встречаемся с Оксаной. Разговор строим совсем иначе. И что? Я же не обязана всем про свою личную жизнь сообщать. Значит, это как посмотреть, если твоя личная жизнь имеет отношение к преступлению? Чего? Зачем Ирину подставила? Потому что она зажралась, у нее муж богатый, у нее бабки, квартира. А Сашка, он же нищий, считай. А она хотела у него еще и материну квартиру оттяпать. Оксана, вы не думали, что ваш нищий Сашка решил восстановить справедливость и отравить свою мать? Да вы чего? Да он же Сашка, он же святой вообще. Он тащил на себе мамашу столько лет. А вы сами знакомы с Илоной Геннадьевной? Спасибо. Нет, я не знакома, и желания у меня нет никакого, потому что мне Сашкиных рассказов хватило вот так. Оксана, где был Александр в тот день, когда умерла Давыдова? Он приехал ко мне на работу и уехал в парк. Он вкалывал там до 8, а потом до полуночи развлекал людей в ресторане. Значит, так и сказал. Мол, не зря взял тебя к себе в отдел, да? Ну, я дословно не помню, но да. Как-то так. Ишь ты. Алло? Да. У какого дома? Моего? Да, выхожу. Я надеюсь, это кавалер? Не смеши. Почему? Между прочим, девушки в твоем возрасте... Да, уже пора влюбляться и терять голову. Терять голову, да. Именно. Не мой случай. Я побежала. Пока. Не нужно так удивляться, я просто решил ускорить процесс. Сейчас прокатимся с тобой по одному адресу, тут недалеко. Интригуете? Стараюсь. Ваня проверил детей Давыдова, и у обоих есть алиби на день смерти матери. Александр действительно был на работе, Ирина в командировке. Ну кто-то же к ней приходил. Вот, в верном направлении мыслишь. Пожилая женщина, больная, живет одна, никому не нужная. И? Не улавливаешь? Думаете, что кто-то решил утереться к ней в доверие? Mm-hmm. Подружиться с бабушкой в надежде, что она оставит ему квартиру, а детей по боку? Ваша Давыдова за последние полгода уже несколько раз переписывала завещание. То она на сына оставляет квартиру, то на дочь. И при этом жаловалась на обоих. А последнее завещание на кого из них было составлено? Ни на кого. На третье лицо. Можно ли узнать, что это за лицо?
Так, Владимир Сергеевич Марков, 1984 года рождения. Все? Паспорт, прописка? Только имя и год рождения. Ну, разве так можно? Для завещания этого достаточно. Причем она знала, что наследник придет за документами после ее смерти. Значит, она сообщила ему об этом? Ну, по крайней мере, экземпляр для него она взяла. Этот Марков не объявлялся? Нет. Понятно. Скажите, а вот это... Это писала сама Илона Геннадьевна? Да. Тут почерк аккуратный, школьный. А в предсмертной записке как курица лапой. Молодец. Будет нашему графологу с чем сравнить. Можно я это сфотографирую? Сказать точно, что эти образцы написаны одним человеком, невозможно. Как невозможно утверждать и обратное? Почему так? Мало материала. Ну, это же очевидно, что почерки отличаются. Ну, вот, даже буквы «Я» по-разному написаны. Понимаете, важно учитывать, в каких условиях писала погибшая. Здесь ясно, что человек был в спокойном состоянии, писал в здравом уме и твердой памяти под контролем нотариуса. А это написано в состоянии стресса. К тому же, по заключению ваших судмедэкспертов, женщина была в состоянии алкогольного опьянения плюс лекарственные препараты. Что, хотите сказать, что у человека в разных состояниях так меняется почерк? Не просто говорю, а утверждаю. Единственное, что объединяет эти два образца, оба написаны левшой. Скорее всего, переученным. То есть писали правой, но от природы человек левша. Ого, а как вы это поняли? Ну, есть характерные признаки. Нижние соединения букв, изогнутость линий, более сильный наклон в нижнем регистре и буква «Я», которую вы сказали. Зеркальные буквы для переученных левшей не редкость, когда они пишут в состоянии стресса или возбуждения. Вы знаете, что Марковых 84-го года рождения в Москве почти полсотни. Здрасте. Я уже ухожу. Пока мы нужен, найдем, пройдут годы. Ты еще скажи века. До свидания. Всего хорошего. До свидания. Спасибо. Копии завещания в квартире Давыдовой не нашли. Возможно, она уже дала ее наследнику. Получается, Маркову была выгодна смерть Давыдовой? Учитывая то, что Давыдова переписывала завещание по 100 раз, да, ему нужно было поторопиться. Неужели никто не видел Маркова, если он приходил к старушке? В доме осталась еще одна соседка. Не выехала. А мы ее в прошлый раз не застали. Надо к ней съездить. Я смотрю, работа кипит. Да, только что был графолог. Сейчас собираемся поехать еще раз поговорить с соседкой Давыдовой. Все вместе собираетесь поехать? Пятница. К соседке. А тебя Демин Самойлов просил зайти. А товарищ Швец расскажет мне про графолога.
Ну что, капитан, что сказал наш графолог? Да кому мы, старухи, нужны? А Илонка тем более. Вот только разве скорая к ней неделю назад приезжала, Ирка вызвала? Так я думала, Илонку в психушку наконец забрали. Почему? Да дурка по ней плачет уже давно. Как мужа ее убили 35 лет назад вот тут в подъезде, так она головой и поехала. Пила, детям своим житья не давала. Вечные ее эти истерики. И в этот раз тоже. Как начала кричать, когда врачи к ней пришли. Ну, будь ты ее режешь, честное слово. В общем, никого, кроме детей и врачей, вы у Давыдовой не видели. Не-а. Я домой могу идти? Да, конечно. Все. Спасибо. Алло. У Давыдовой 35 лет назад убили мужа. Я поеду в архив, попробую найти это дело. Подожди, Кекс. Оступился, ударился головой. Несчастный случай. Крови слишком мало. Скорее, сердечный приступ. То есть, вначале умер, а потом произошло падение. Время смерти? Ну, точно сказать не могу, в районе 3 часов ночи. Товарищи, расходимся по квартирам, нечего тут смотреть. Подожди. Товарищи, скажите, а кто-нибудь видел Давыдова этой ночью? Ну, я видел, правда, не совсем ночью, скорее, вечером. Он к Степченко приходил, он там, на первом. Покажете? Товарищ, постойте здесь, а? Вас позовут, если понадобится. Анатолий Михайлович, зайдите, пожалуйста. Толь, что с ним? Похоже, та же история. Сердце. Видно, пили с Давыдовым вместе. Возможно, алкоголь паленый. Ну, коньяк-то дорогущий. Вряд ли паленый. Позови мне соседа, который самый шустрый. Ёшкин кот. Что вы можете сказать про этих товарищей? Часто они употребляли? Ну, это употреблял только Степченко. Давыдов, он нормальный, уважаемый мужик, инженер метростроевский. Я пьяным его никогда не видел. А что ж, ваш нормальный мужик решил ни с того ни с сего выпить с алкашом? Откуда у Степченко такой дорогой коньяк? Так эту бутылку Володька-то ему и принес. Я ее видел у него, он заходил сюда вчера. Ну, а выпить решил, видимо, потому что состояние у него было такое сложное. С ним тут история вышла, жена с соседкой застукала, Леркой Марковой. Шуму было, это весь подъезд слышал. Володька, ты что наделал-то? С ней? С Леркой? Сколько? Тварь! Проститутка! Ну-ка, прекрати, я тебе сказал! Ты сволочь!
сволочь, а! Сволочь, я тебе всю карьеру испорчу! Я в партком пойду! Я там все расскажу, чтобы тебе неповадно там было! Пойдем домой. Смазни, а не мужик. Вот, оставляй свои ключи у соседей. Фролова, ты в больнице, а эти в ее квартире. Проститутка! Стыдоба! Да нет у них стыда-то! Но умел он! Одно только! Успокойся, приведи себя в порядок. Ты детей напугаешь. Чтоб не смел к детям прикасаться. По тоску. Не пущу после чужой постели. Иди ко мне, а я за детьми присмотрю. Иди. Когда это было? Два дня назад. А что было потом? А ничего. Побузили. Успокоились. Ну куда Илонка без Володьки-то с двумя детьми? А эти Марковы? Живут хоть и бездетные, что-то их задержит. Кто их поймет? Чужая семья, это потемки. Мне надо поговорить с Давыдовой. А к ней сейчас скорая приехала, только что, пока я там на лестнице стоял. Алка Гусева говорит, укол сделали. Илонка не в себе. Думаю, сейчас вряд ли что-то путное скажет. У Давыдовой и Степченко в крови обнаружили алкоголь. Выпили они прилично, но спиртное тут ни при чем. Вот это новость. А что тогда? А вот, смотри. Талий? Он и стал причиной смерти. А где можно было раздобыть талий? Его же не так просто достать. На бутылке от коньяка, отпечатки Давыдова и еще одного человека. Но не Степченко. То есть их было трое? Надо расспросить у жены Давыдова. Откуда у простого инженера взялась такая дорогая бутылка коньяка? Ну, не сам же он ее себе купил. Почему вы спрашиваете про этот коньяк? В крови вашего мужа найден талий, высокотоксичное вещество. Что это значит? Яд? Вы считаете... В коньяк подсыпали яд и Володю отравили? Кто? Зачем? Каким образом? Елена Геннадьевна, откуда у вас взялась эта бутылка? Почему вы молчите? Вы считаете, талий был подмешан в коньяк? Я этого не исключаю. Итак? Володя в тот вечер позвонил с работы. Угу. Сказал, чтобы дома не ждали. У них там авария. Устранить надо все к утру. Обычно он с собакой гулял, а тут мне пришлось. Кекс, ко мне! Что ж с тобой такое? Кекс, пошли домой. Вот мы домой вернулись. Я детей уложила. И смотрю, Кекс так и сидит. У двери в прихожей и не отходит. Ну, он обычно у детей спит. Я чувствую, мне как-то прям неспокойно стало. Все внутри прям переворачивается. Но решила, поднимусь еще раз к Фроловской квартире. И что в этом странного? А Фроловой дома не было. Она была в больнице, я это точно знала. А ключи у Марковых она им всегда оставляла там цветы поливать. Mm-hmm.
Да кто ж там может быть? Ну что за ерунда? Да говорю тебе, я слышала звуки. И кекс туда тянул, и скулил. Давай, бери ключи, пойдем проверим. Вдруг воры. Ладно, сейчас. Нет ключей. В коридоре лежали, а теперь нет. Давай, Лера вернется, я спрошу, может, она переложила куда-нибудь. А где она? К сестре поехал, завтра вернется. Ну, пойдем тогда просто послушаем. Вдруг влез кто? Тогда милицию надо вызывать. Ты смеешься? Что там брать у Фроловой? Да мало ли. Давай, Сереж, живее. Чуть сердце неладное. Ничего не слышно, никого там нет. Илон, я спать, я с дежурства устал. Ну иди, я с тебя разберусь. Тоже мужики пошли. Сначала детям, потом тебе. Остальное вам, наверное, уже доложили. У нас соседи любят про чужую жизнь потрепаться. Илона, а коньяк, бутылка когда появилась? А, да, бутылка эта злополучная. Да ее Сергей вечером принес. Пришел, так сказать, обсудить ситуацию. Я тебя не оставлю и детей не брошу. Слышишь? И с Лерой у меня все. Илон, ну ты прости меня. Ну слышь, прости. Слышишь? Надо поговорить, решить, что ли, как жить дальше. Может, сначала выпьем, так сказать, для храбрости. Потом. В общем, я решил так. Мы с Лерой обменяем квартиру и переедем. Ну, а ты даешь слово, что больше никогда не встретишься с моей женой. Обещаю. Может, теперь-то выпьем, а? Как-то перехотелось. Да и дежурство завтра. Вот Сергей ушел. Мы с Володей сели вдвоем, все обсудили. Ну, тяжело, конечно, было и ему, и мне. Ну, а что делать? Жизнь есть жизнь. Потом у нас все-таки дети. А потом ваш муж пил коньяк, который принес Сергей? А, точно не знаю. Не помню. Там все на нервах были. Знаю точно, что в рюмку наливал, а вот выпил ли... А бутылка была уже открыта, когда ее принес Марков? Да. Вот это точно. Сергей Алексеевич, где вы взяли бутылку коньяка, которую потом принесли Давыдову? Это подарок от пациента. Но когда вам ее подарили, она, наверное, не была открыта? Нет, конечно. А к Давыдову вы уже пришли с початой бутылкой? И что?
Мы с женой выпили немного на 7 ноября. Я же не дарить пришел этот коньяк, а так, для беседы. Сережа! А я думаю, с кем это ты разговариваешь? Это из милиции. По поводу смерти Владимира. А мой муж тут при чем? С какой стати вы его допрашиваете? С такой стати, что у него был мотив. Не поняла. Все вы прекрасно поняли. О вашей связи с Давыдовым узнает весь дом. Если бы каждый муж убивал любовника своей жены, на свете бы мужиков не осталось. И какие у вас есть доказательства? Доказательства будут. А сейчас мне хотелось бы узнать, откуда в бутылке коньяка, который вы принесли Давыдову, оказался талий? Талий? Талий. Вещество такое, высокотоксичное. Вам ли не знать, вы же доктор? Я не знаю, откуда он там оказался. Может быть, вы в курсе? Нет, с чего вдруг? А почему вы отказались выпивать с Давыдовым? У меня на утро была назначена операция, я хирург. Странно. А зачем вы тогда принесли коньяк? Я же вам объяснил, чтобы не с пустыми руками. Разрядить обстановку, что ли? Марков, конечно, размазня и тюфяк. Такой на убийство не пойдет, но это если голыми руками или ножом. А вот отравить втихую вполне. А если все-таки не он? А кто тогда? Жена Давыдова воспользовалась ситуацией и подлила талий в бутылку, когда ушел Сергей. Ну где она его взяла? Нет, ну это тоже сомнительно. На бутылке отпечатков Илона не обнаружено. И вы правы, откуда у учительницы младших классов талий? Тогда возвращаемся к первому варианту. Размазня Марков. Но снова вопрос с талием. В больницах его не бывает. А где у нас работает Лера? Не знаю. Так узнай. Есть. Не открывают? Может, дома никого нет? Добрый день. Да нет, она должна быть дома. Илонка с утра себя плохо чувствовала. Попросила меня детей в садик отвезти. Ну вот, я... зашла узнать, как она. Илона! У вас ключ есть? Да. Ну как-то неудобно. Сейчас не до церемонии. Давайте ключ. Илонка! Убили.